Ни своим, ни чужим. А так ЦСКА продолжалась снова до потеря, момента, да, потери Морган. Приходом, возвращением Андреас Пастиолиса раскрылась по новой. Фрейзер проникает внутрь, снова с фолом. То ли это был Карлтон, то ли Морган, это уже не важно. С мячом Зенит на чужой половине. Фрейзер бросает, забивает. Заметно большое количество бросков с дистанции. Да, те два броска Ивана Ухова в самом начале сразу задали темп. И вот Джикири же в таком сопротивлении набирает два. Карлтон чем ответит? Он быстро, он быстрее Джикири, этим пользуется. Смысленно, Георгий будет открываться после заслона. Кантер внутрь, опять двойной опек, сложный. Не смог реализовать бросок. Да там столько времени было, что можно было еще круассан из Франции привезти. Атака Зенита, быстрый отрыв и красив. Сергей атакует с дистанции, не забивает Жбанов. Берет подбор, это уже не первый, не второй его матч. Трент Фрейзер, это легкий для него. Трент Фрейзер вернулся и заложил очередной свой финт и забил классный трехочковый.